cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, Bazette qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Я Алехандро де ла Вега. Мне нужно видеть сеньору и сеньорита Торрес, сомящихся в тюрьме. Мне жаль, сеньор, но комендант запретил им любые свидания. Тогда передайте коменданту, что я не прошу, а требую соблюдения законных прав заключенных. В итоге, господа, сеньорита и сеньора Торрес обвиняются в том, что они вступили в сговор с целью воспрепятствовать законным представителям армии. Кто там? Всего лишь я, сержант Гарсия, капитан. Входите, сержант. Дон Алехандро де ла Вега требует свидания с заключенными в тюрьму сеньорой и сеньоритой Торрес. У вас есть приказ? Знаю, капитан, но он и слышать не хочет. Он настаивает. Кто здесь командует, комендант или дон Алехандро? Дон Алехандро влиятельный человек. Капитан, было бы неразумно обижать его. Это и есть ваш совет юриста? Комендант должен подчиняться любому фермеру, который стукнет кулаком. Дон Алехандро отнюдь не любой фермер, и я советую не как юрист, а как человек, который долго жил с этими людьми и понимает их. В таком случае приступим к плану, который мы обсуждали. Сержант, да. Извинитесь перед доном Алехандро и проводите его к заключенным, и без фокусов. Извиниться перед доном Алехандро? Вы это серьезно, капитан? Вы даже самых простых слов не в состоянии понять. Нет, я понял, капитан, да. Тогда выполняйте. Есть, капитан. Всех солдат отправьте отдыхать в бараке. Да. Капрал Санчес, зайдите. У меня есть для вас поручение. Прошу прощения, дон Алехандро, что заставил вас ждать. Откройте камеру. Я так коменданту и сказал. Комендант, не заставляйте дона Алехандро ждать. Именно так, честное слово. Я... Как мило, что вы пришли, дон Алехандро. Я пришел узнать, как облегчить ваше пребывание в этом ужасном месте. Нам ничего не нужно, дон Алехандро. Комендант был очень великодушен к нам. Я не надеялся получить такие добрые вести. Но я тоже принес вам хорошую новость. Так вы с хорошими новостями? Я послушался совета моего Диего и сегодня собираю у себя некоторых крупных землевладельцев на тайное совещание. Может быть, мы решим, как положить конец тирании. Охранник! Сегодня здесь собрались одни из самых крупных землевладельцев. Я предлагаю пойти дальше, поговорить с другими землевладельцами и призвать их к объединению. Все вместе мы можем потребовать отставки Монастарио, и губернатор, и сам король прислушаются к нам. Простите за опоздание, сеньоры, но для вас есть информация. Выкладывай, что знаешь. Этот нотариус Пиня, парень с головой, сказал женщинам, что наш комендант схватил сеньора Торреса и посадил за решетку. И пригрозил, что сеньор Торрес получит 50 ударов плетью. 50 ударов, если они пожалуются на обращение. Поэтому они и сказали вам, что комендант великодушно относится к ним. Просто ушам своим не верю. Хосе, отведи его в конюшню, пусть проспится. Беззащитное создание.
Их даже не кормят там как следует. Обращаются хуже, чем с собаками. Давайте обсудим положение. Вам известно, что случилось с сеньорой сеньорита Торрес? Двумя прекрасными благородными испанками. Мы должны им помочь. Что вы, дон Алехандро, предлагаете? Я предлагаю единственно достойный путь. Нам надо немедленно потребовать освобождения этих женщин. Если не помогут слова, применим силу. Минутку, отец. Какую силу? Чем ты собираешься одолеть такое количество обученных солдат? Не время оценивать силы врага, когда перчатка брошена. Но это гибельный путь. Лучше умереть настоящим мужчиной, чем жить трусом. Послушайте, я согласен с доном Алехандро. Хватит разговоров, пришла пора действий. Но я также согласен и с доном Диего. Бессмысленно колотить шпагами в ворота казармы и играть роль баранов, пришедших на заклане. Надо разработать план. Будем мужественны, но и мудры. Кстати, комендант стал запирать ворота казармы, и туда теперь не так просто проникнуть. Но и не так трудно. Меня же сегодня пропустили. Да-да, с этого и начнется наш план. Может быть, они еще раз впустят дона Алехандро? Когда ворота откроют, мы туда ворвемся. Точно. Но нужна осторожность, чтобы охранники не сразу разгадали наш план. Итак, когда стемнеет, соберемся на площади, причем у каждого будет свой маршрут, чтобы наш сбор выглядел случайностью. Мы можем прогуливаться по площади или ждать в своих каретах. План понятен всем? Тогда за дело. Сеньоры, позвольте мне сказать два слова. Я задержу ваше внимание ненадолго. Я, сеньоры, умоляю вас. Пересмотрите свое решение. В нем есть только ваш гнев и нет логики. Если вы даже ворветесь в казарму, вас уничтожат. Объявят вас мятежниками, что? Врагами короля, а коменданты еще и похвалят за бдительность. Наберитесь, господа, терпения. Зачем торопиться умирать? Надо работать во имя свободы. Я знаю, терпеть очень тяжело. Но это дает свои плоды. Когда-нибудь мы поговорим о терпении, о логике и об их плодах. Но сейчас я могу думать только об этих несчастных женщинах. Нет, Диего, чаша терпения переполнена. А я вряд ли смогу сегодня заснуть, думая о бедных женщинах, которым даже нечем укрыться ночью. Мы теряем время. Нужно приступать к выполнению плана. Извини, Диего. Я стоял у окна и все отлично слышал, капитан. Они сговорились. Почему же ты не остался и не узнал имена всех, кто там был? Ведь двоих ты не опознал. Ну, я боялся, что меня заметят. Ладно, это уже не так важно. Я приготовлю им достойную встречу. Сержант Гарсия! Да, капитан. Сигнал тревоги. Приготовиться к внезапному нападению. Капитан, можно мне вас спросить? Кто на нас нападает? Какая разница? Выполняйте приказ. Есть, комендант. Отец, ради бога, не делай такой глупости. У меня нет времени спорить. Только мне откроют ворота казармы. Ты со мной или я еду один? Как ты не можешь понять? Ты же рискуешь не только своей головой, но другими тоже. Так ты остаешься? Сегодня на миг я почувствовал гордость за сына. Жаль только на миг. Идем, у нас мало времени. У меня один шанс. Проникнуть в казарму и заставить солдат гоняться за мной. Может, тогда монастырь выслушает моего отца и не вступит в бой. Посмотри, готов ли торнадо. Thank you.
Ну, сержант, все хорошо спрятались? Да, капитан, я думаю, что да. Я не спрашиваю, что вы думаете. Вы это знаете? Ну, нет, комендант, я посмотрел, но никого не увидел. А вы видели меня? Их не увидишь, если хорошо спрятались. Своими глазами я их не вижу. Хорошо. Пусть остаются в засаде. До того момента, как Дона ворвутся в ворота, и ворота за ними закроются. Вы все поняли? О, да, комендант, да. Всегда найдется какой-нибудь остолоп, который выскочит раньше, чем нужно. Я отрежу уши такому ослу. О, нет, комендант, я принял специальные меры. Я запретил им шевелиться, пока другие не покинут своих укрытий. Хорошо. О! С вами говорит комендант. Это приказ, и он должен быть выполнен. Оставайтесь на местах, в своих укрытиях, ни единого звука, пока я лично не дам сигнал об атаке. Все поняли? Вы меня поняли? Но, капитан, вы отдали приказ молчать. Ну, ладно. Тогда будем считать, что вы уже выполняете приказ. Что бы ни случилось, кто бы ни ворвался в казарму, что бы вы ни увидели и не услышали, ни единого звука, пока я лично не отдам приказ об атаке. Вам все ясно, сержант? Да. Отвечайте. Мне да, комендант. Молчать? Да. Мой приказ слышали? Да. Сейчас 10 часов. Теплая и тихая ночь. Все спокойно. Все спокойно. Спрячься, торнадо! Что такое? Сорро! Бросьте пистолет! И подальше! Приятная встреча, комендант! Не думал застать вас одного! Скоро вы узнаете, один ли я. Уланов монастырю. Не волнуйтесь, в нужное время вы их увидите. Уланы в атаку! Вперед! Здесь Зорро! Здесь Зорро! Схватить его! Зорро за ним! Скорей! Стреляйте в него! Свиньи неуклюжие! Дайте прицелиться! Все кретины! Снова Зорро ушел!
Седлать всем лошадей и за ним! Открывайте ворота, мы выезжаем! Стоп! Не сметь открывать! Но, капитан, как мы в таком случае сможем выехать? Зорро ведь не зря появился здесь. Он хочет этой погони. Все солдаты уедут за ним, и некому будет защищать казармы, когда ворвутся доны. Вы же здесь, капитан! Какой блестящий вывод! К счастью, у меня есть план. Возьмите полотряда и в погоню за Зорро. Но только недалеко. Поверните, а потом подъезжайте к площади с дальней стороны. Когда доны войдут в ворота, они окажутся между двух огней. И отход будет отрезан. Вы, капитан, все здорово придумали. Конечно. Ты, погоня бы за мной! Ищите меня, Монастерио! Я здесь! Возвращаемся. Сержант Гарсия! Какие же вы солдаты? Одного человека испугались? Или, может быть, еще чего-нибудь? Ничего мы не боимся! Почему же повернули назад? У нас такой приказ! Я вам не верю! Сержант, вы жирная свинья, слишком трусливая, чтобы принять бой! Ну, погодите! Погодите же, сеньор Зорро! Я еще докажу, что я не та жирная свинья, которая боится принять бой, а та жирная свинья, что... Я вызываю вас! Да... Совершенно очевидно, что у них есть план. Надо всех предупредить. Уже поздно, но мне нужен комендант, это срочно. Они здесь. Хорошо, откройте ворота. Только чтобы они ничего не заподозрили, пока не окажутся во дворе. Сержант Гарси и его люди должны быть на месте. И никого не оставляйте в живых. Пусть умрут, как предатели. Ну, идите. Назад! Там засада! Назад! Беги, Торнадо! Вперед! Это приказ! Схватить предателей! Теперь вам не убежать, дон Алехандро! Толкайте ее! Уберите отсюда! Ну, давай! Толкай! Быстро! Сволочи! Идиоты! Не упустите его! За ним, кретин! Стреляйте в него! Он наверху, ну! Стреляй, стреляй! Yeah!
Он уходит! Погоня, Муланы! Открыть ворота! Нет, стой, нет! Можно, капитан, открыть ворота? Уйди с моих глаз! Есть, комендант! Эй, Уланы, за мной! Он прячется за теми камнями! За мной! Вперед, торнадо! Выручай меня! Его конь! Все за ним! Очень странно. Мне кажется, что я вас знаю. Вы так похожи на кого-то знакомого. Глупые мечты и надежды. Я мечтал, что когда вернется мой сын, он будет таким же, как вы. А когда сейчас вы так близко от меня, я сердцем чувствую. Если снять с вас маску, под ней окажется лицо моего сына Диего. Но я не сниму маску. Нет мужества. Старик держится за мечты, так же, как он цепляется за жизнь. У тебя много лет впереди, чтобы жить и мечтать.